Суббота. Мы едем к бабе. Заехали в ДНС, сделали покупочки. Это вертикальный паровой пылесос. Жена давно хотела. Вот, в принципе, покупили 9999, короче, 10 тысяч примерно. Электродуховочка. Ой. Мне собака мешает. Собакевич, хватит тебе. Вот такая крафт. Электрическая духовка. 38 объем. Цвет черный. Конвекции нету. Вертел нету, но нам нафиг не нужен. Сфокусируйся. Сейчас камера сфокусируется. О. Напряжение. 1500. Это мои уже. Ну вот она. Да. Мамина радость. Номер один. А почему один? А, вверх-вниз, полная мощь, таймер и до 320 температура. Вот такой вот противень один штук. Только, ну, наверное, решетка, конечно. Это такой... Знаешь, такое вот ощущение, как будто карбон какой-то. Не скользкое, да, не скользкое. Такое. Интересно, на него можно сверху ставить? Ну, не знаю, надо почитать. Нет, почитать. Но в крайнем случае деревянная подставка у меня есть. А здесь это, не ставить. Знак стоит. Стоит знак, не ставить. Ну, значит, действительно, в шкаф. Ну, да. Сейчас будешь это боксинг? Нет, пока... я хочу покурить. А, ну давай, покурим. Боксинг. Так. Начинаем вытряхивать все детали. Там главное, правильно собрать. Все, больше ничего нет. Там маленькие насадки остались. Просто защелкивается. Типа солнце. Интересно, как по оригинальному это делается-то? А, тут, наверное, кнопочка-то. Иди сюда. Что у нас тут? Это контейнер для воды. На. Зачем тебе дать? Ну, сюда вода заливается, вот пробочка. Заливается. Да. Воду собирает. Как-то должен отстегиваться. Да, проще это сделать вот так вот.
Диди. Сними обзор техники Калтер и получи крутой подарок. Ну, вот такую штуку мы приобрели. Классно, да? Дочь, классная штука. Вот эта вот штука должна целиком сниматься как-то. О. Вот это будет только парогенератор. Интенсивность пара включается, и вот здесь ты нажимаешь. Угу. Пар. Все, установился. Это шланг к парогенератору. Так, пыли. Это вода, пыли. Сборный блок фильтров, пыли сборный. Даже щетка для пыли. Ручного пара, типа, включите, подача пара, подлинный, ручной, кнопка снятия резервуара для воды. Так, это пылесборник, глубок открытый, крышка фильтра, крышка пылесборника, щетка. А он пылесборник и парит, и сразу... Все вместе, да. Если, то да, можно. Отдельно тряпочку спросим, можно, да? Да. Красивый? Наклоняться должен. Ну, так вот. Пар пока не идет. Не идет? Ну. И что ему не нравится? Подача пара. Это переключение. Это включение, ты, да? Ты выключил, да. Я за вас поставила хорошо резервуар. Нет. Это подача пара на парогенераторе. Ты зачем внутрь подаешь? Он мигает, он еще не готов. Все, вот теперь он готов. Вот это идет подача пара. Мало воды ему, что ли?
Может же быть такое, я не сильно. Ну, может быть. Вот, а, у него там 30 минут, кажется, написано там. Или 10-15 минут. Вот, слышишь? Вода все ушла, мам. Да, вон следы оставляют. Да, вся вода ушла у тебя уже. А, нет, есть. Ну, давай, есть, давай, водичка. Нет, я его выключила. А если отключить мне... Да. Как это так-то? Допустим, если бы шло, да? Большая. Чего он съел ее? Нажимаешь все равно. Когда пылесосишь, нажимаешь кнопку. Mm. Круто.